Всем привет! Недавно нам добавили обновление по месячной карте. Я хочу сейчас снять подробное описание, что изменили. То есть раньше вы покупали месячную карту, и она просто действовала 31 день. Да, вот у нас в пополнениях есть месячная карта, стоит она $8. Да, то есть вы ее покупали, она действовала 31 день, и каждый раз, при покупая новую, вам дополнительно добавлялось количество камней в день. Если покупая первый раз, вы получаете 480 камней пополнения и потом по 80 камней ежедневно, да, то на следующий раз, когда вы ее купите, вы уже будете получать 90 камней ежедневно, да, в течение 31 дня и 480 как бонус. То есть дальше. Например, если я куплю карту сейчас, то мне уже будут давать ежедневно 210 месячных камней. Это максимальное количество, которое вот доступно. Так как я знаю, возможно, с этим обновлением, которое пришло вот к нам, изменили, и может дальше будет еще больше, но я пока не знаю этого. Смотрите, самое главное изменение то, что месячная карта действует теперь в рамках одного месяца, точнее 30 дней, если я не ошибаюсь. То бишь, если вы купили 1 числа месяца карту, оно вам даст 480 бонус, и ежедневно вы будете получать свой там 100, там 80, сколько у вас там должно быть монет. Вот. Но если вы не купите 1 числа, например, купите ее, ну, скажем, там, 10 числа, то вам сразу же даст за 10 предыдущих дней, то есть вам даст, там, допустим, у вас 80 камней в день, да, вам даст сразу 800 камней за 10 пропущенных дней, также вам даст бонус 480 магических камней, и последующие 20 дней вы будете получать свои 80 камней в день, да. То есть у меня вот, например, месячная карта, мне сейчас можно получить камней 200, да, сейчас у меня по 200 камней осталось дней 16, у меня еще старая карта. Для тех, у кого новая, сейчас, например, 22 число сегодня, если или 21, неважно, 20 какое-то число, допустим, 20 числа, если человек покупает карту, то ему будет писать, что вы получите там, к примеру, 20 число 1600 камней, да, если по 80 за 20 дней, и еще плюс будете получать 80 камней в день в течение следующих там 9-10 дней. Вот, то есть карта в рамках месяца, то есть вы можете ее в любой момент купить. В чем большой плюс этого? В том, что есть карта Таро. Карта Таро на удвоение награды месячной карты. То есть вы не покупаете месячную карту и ждете, пока выпадет карта Таро. Хорошо, если это будет под конец. В конце вы покупаете, то есть падает вам карта Таро, удвоение. И вы покупаете эту же месячную карту, да? И получаете, вот, например, у меня знакомый получил, у него проточенная была, ну, как проточенная, то есть он много раз покупал месячную карту, у него там 210 за раз. В итоге он получил 4000 сразу при покупке месячной карты за эти дни, которые он пропустил. И сразу же удвоил, и еще 4000 получил за счет карты Таро. То есть в итоге он получил около 9000 камней, там 8 с чем-то, плюс бонус, там, ну, около 9000 камней. Благодаря тому, что была карта Таро. То есть, новая месячная карта мне очень даже нравится, я вам скажу. Вы ждете карту Таро, которая удвояет бонус, и покупаете свою месячную карту, и вы получаете очень-таки хороший прирост. В принципе, если какие-то есть еще замечания или комментарии, пишите. Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.